Всем отличнейшего настроения, с вами Штрет. Сегодняшним видеороликом с вами поиграем в Stand of Banga. В эту замечательную игрушку, думаю, это один из нормальных видео по стендоффу, то есть это не рубрика Бомбит, а нормальная вот игра. Вот мы здесь сегодня с вами поиграем, и сегодня, если вы участвуете в моем телеграм-канале, то узнаете, что будет. Поэтому пока что мы летим в каточку. Да. Каточку летим. Потом расскажу, что будет. Если услышите фоновую музыку, то я тут подрубил так. Ну, если ее слышно, конечно. Думаю, стендов вы будете слышать плохо. Самый внимательный, кто смотрел мои ролики от начала до конца, и внимательно поймет. Ну я мажу, капец. Да боже, где мое FPS? Алло, стендов, где твоя оптимизация? Оптимизация где? А, у меня тимрак, забейте. О, нифига себе дает, чё. Да у меня оптимизация говно. У меня приложение обновилось, у меня взломка исчезла, и я не могу сейчас спокойно в 90 FPS снимать. То есть, понимаете, у меня сейчас запись идет в 60, как бы. Но играю я в 90, и поэтому у меня как бы вот такие фризы случаются. Трофли, что ты творишь? Пачку бери, дурак. Нафиг ты его добиваешь? Пачку взял, оружие нормальное взял. Да пей. О, тупой. У меня тимрак. Забейте. Это слив. Он сыт играть, понимаете? Он сыт, он боится его нормально. Да где? Моё! Как оно меня... Меня, понимаете, горит из-за какой-то фигни просто. Горит. У меня FPS, что это такое? У нормальной бы игры... У нормальной адекватной игры FPS бы не падало бы. Вот я вот даже тут не в настройках это дело. Устройство глубоко не слабое. Ну вот я выключу вот это. Что-то изменится. Что-то и поменялось? Да нифига ничего не поменялось. Ну Тим, да запушь ты их. Ты так не выиграешь. Уж лучше умирай. Лучше умирай, если ты не можешь их выносить. Пленти. Ой. Он делает на такие фраги, что... Ну, капец. Он просто в лоу FPS. Да твою... Короче. Я вам так скажу. Оптимизация в стендоффе плохая. Да, соглашусь. В стендоффе она просто ужасная. Вот если вы видели, что ютуберы играют... Короче, мы с вами дождались того момента, когда у меня наконец-то в инвентаре будет лежать нож. Это будет стилетто. Так как я делал опрос. Какой нож взять? Поэтому мы сейчас сбиваем.
и за 934. Ой, за 934. Блять. Я не хочу больше брать. Давай, 900. Ну я хочу себе еще скины купить. Вот ты говорила. 952. Ну чтоб сколько-то голды-то осталось, чтобы докупить. Я 3 скина продал. 3. 3. Вот они. Это был некромансер. Это был самурай, это был бум. Ну, еще две наклейки. Тварь тупая, ах, вы тварина. Ну, это слишком дорого, но мне не хватит. Во-первых, у меня будет эмка другая. Красненькая. Кстати, вот у меня нож сейчас красненький, надо инвентарь будет делать красненьким. То есть мне придется кучу всего перепродавать. Вы уже, наверное, увидите готовый пересобранный инвентарь. Шо по глоку? Лук у меня сейчас казуал, и я его продам, потому что ну смысл. У меня будет инферно. И шо вы согласны? В общем, мы поглядели, поэтому мы сейчас возвращаемся к моему ножику, который я хочу. На покупку. 952. А-а-а! Классно. Угу. Ну, в общем, я поставил запрос. Как только это видео выйдет в сеть, значит, их из-за чё, ну кому-то слили по фулу, и мой запрос сразу же перебивают. Ну вообще я могу взять его за 970, в принципе. Давайте возьмем его за 970 и вот такой вот запрос оставим. Всё.